Всем добрый день. Хочу ваше внимание показать на распаковку тележки, так называемой мини-тележки, для того, чтобы осуществлять видеосъемку, то есть наезды, разъезды, съемки под разным углом, объезды, объекты съемки. То есть фирма Fujimi, то есть называется Car M1, то есть мини-тележка. Всего длина 17 сантиметров, дальше ширина 6 сантиметров, ширина между осями 13,5, так, ширина между колесами 9 сантиметров, так, диаметр колес 6 сантиметров, так, ну и высота от земли 2 сантиметра, угол поворота колес, соответственно, плюс-минус 30 градусов, вес данной тележки всего 550 грамм, то есть достаточно уверенная конструкция. То есть внутри упаковка находится в целлофановом пакете самой тележки. То есть такого качества, достаточно небольшая. То есть здесь показаны углы, наши штопорные винты, то есть, ну, обычные колеса, как в роликах. Так, здесь есть под резьбу, то есть есть отверстие, ну, как бы в начале, в конце, ну и по центру, чтобы, например, дополнительно подсоединить какие-то устройства, либо перемещать, соответственно, в начало, либо в конец подключаем вашу камеру. Здесь есть винты с переходником, то есть на стандартную резьбу 1,4 дюйма, то есть можно ее вывинтить, соответственно, с площадки. То есть внутри находится тоже резьба, то есть ее можно прикрутить куда-то, возможно, даже и на штатив, не снимая камеры. Так, и есть переходник, если у вас используется резьба 3/8, соответственно, дюйма. Вот. Здесь можно изменять углы поворота, то есть, как сказано, максимально на 30 градусов. То есть, как первое шасси, так и второе. Ну и в режиме съемки производить объезд, например, объекты съемки. Либо, если это у вас, то есть под различными углами можно объезжать. Либо, если есть необходимость, можно совершать наезд, ну, и также отъезд для более плавного съемок. Ну, причем должна быть поверхность ровная, для того, чтобы не было скачков, дрожания камеры и так далее. Вот такая вот мини-тележка. То есть расположиться на любой поверхности, прямой и горизонтальной, без различных вмятин и выдолбин. Вот. И можете в своей видеосъемке, то есть, применять это устройство для осуществления каких-то эффектных кадров, для обзора чего-либо. Всем спасибо за внимание. Удачи вам.